Okay. So you're gonna play Mild Rhythm Variations by Sauer. Мальбургские вариации. Фернандо Сор. Вариации на... Мальбург, theme. На Мальбург. На Мальбург. Фернандо Сор. Thank you.
Very, very good. Eh? Значит. And to play so well and to play only 3 years guitar, it's fantastic. Три года стажа в гитаре и уже так хорошо играю. Замечательно. Really, very good. Very talented, huh? Большой талант. How long do you play with nails? А с ногтями сколько уже играешь? Also 3 years or you start later? Весь этот срок, с самого начала или потом только? Almost from the beginning. Almost from the beginning, huh? And you use something shiny on your nails? А что-то shiny. Покрываешь чем-то, да? Лаком? Да. Чтобы блестели. Why? To make it harder or to make it pretty? Почему? Это только для красоты или они от этого тверже становятся? Это специально ничего средство для того, чтобы ногти были крепкие. Oh, it's a special varnish so that they would be stronger. They would be stronger, right? Can I touch your nails? Можно посмотреть? But it's just a luck. It's luck. Только luck, да? Больше ничего нет. Or something else. Или что-то еще здесь. Just to say, because I think sometimes depends on luck, on the varnish. If it's good for the nail or bad for the nail. So when you grow, because you're still very young, you're still going to grow much, and your nails will grow, luck should not stop you from growing. Здесь вот нужно иметь в виду, когда используешь лак для укрепления ногтей, все-таки растешь, и ногти вместе с тобой растут. Лак не должен мешать им расти. Нужно с ним быть осторожным. Okay. Many fantastic things. Okay, now. Здесь много чего хорошего, много плюсов. You have one wrong note, I noticed, huh? Only this. This G here. Вот здесь я заметил. Can you play this? Вроде бы не та нота, здесь соль. Сыграем вот эту часть. Сыграем. Again. Еще раз. Okay. Very good. I like very much how she changes character. Let's say more expressive or more loud or more sad. Мне нравится, как у тебя меняется характер, звучание музыки. Больше, то больше экспрессии, то громче, то более спокойно. But I would like maybe to improve a little bit how you touch the string. Но есть что посоветовать по работе со струнами. In the guitar, пальцы касаются струны. Guitar is instrument which is like a percussion. Гитара — это такой инструмент, который похож на ударный. Перкуссивный, right? Кусси. Yeah. So every note in the guitar has a in the beginning of the note is percussion, pluck, and then is the note. В том смысле, что начало ноты такое немножко ударное, а дальше нота звучит. So when we play the note, we hear first this. Первое, что мы слышим в ноте, это вот это. Right, that's the note. Even when I play this, даже когда мы играем уже нота звучит, все равно вот этот призвук остается. Он никуда не девается. You try to listen the boom. Difficult to hear because I play the note. So когда нота звучит, его трудно услышать, но он там есть. So but now this I can control, make it softer. Вместо того, чтобы он сильно звучал, можно постараться, чтобы вот этот вот лишний призвук был мягче. So not to make it hard. To make it soft. Не резкий, а помягче.
example. This is one, more percussive. Один случай, this is больше перкуссии. It's same loud. А здесь меньше, хотя громкость та же самая. Can you hear that? Слышно это? Слышно разницу? Yeah? Okay. Now, when you play very soft. Когда мы играем очень мягкие звуки. I try to each note to have control over this percussive. Я стараюсь сохранить контроль вот над этим элементом перкуссии для каждой ноты. So I try to prepare the nail and I know exactly when the percussion will hit. If I play drums, я уже готовлю ноготь, я знаю в точности, где перкуссия будет звучать. Если бы играл на барабанах, right, это было бы вот так. Полностью контролирую этот момент. So I have tension between the nail and the string. Возникает напряжение like между ног... string, you know? Ногтем и струной, когда я ее оттягиваю. Try to feel that. Попробуй почувствовать. Only that, not only F is. Some of this. Only F sharp? Play only F sharp? Только Fa diez. Fa diez, a Fa diez. Better. Лучше. Ну, еще можно. You hear it's difficult, then it's not easy. Уже понятно, что не просто это. So clean drum, boom. То есть чистый барабан. Try with index. Указательный попробуй. Again. Еще раз. M. Try here. Вот здесь, может, в этом месте. Good. That's good, huh? So the cleaner we have percussion, the easier we can control the beauty of the sound. То есть чем чище у нас получается вот этот элемент перкуссии, тем лучше мы контролируем тот звук, который получается после. And what we have to learn, what you have to learn is, и нам нужно when you prepare, when I prepare the note, когда any note, готовлюсь к извлечению любой ноты, I know if it's gonna be good or bad. I know exactly how it's gonna be. Я в точности знаю, какая она получится, хороша или плохо, плоха она будет. And when you play something, you prepare, you're surprised by yourself. А вы как ты когда играешь, то получается как будто даже неожиданно она непонятно какая она получается, сама себе удивляешься. Let's see how this is gonna sound. Oh, I don't know. Вроде как посмотрим, как она прозвучит. Я еще не знаю заранее. So I have to know really feel the string, feel the note. Вот нужно чувствовать струну. Or something. И как прозвучит нота? So every note I know. Для каждой ноты я заранее знаю, как она будет звучать. And on my guitar I know better. На моей гитаре мне это лучше получается. This is all good. Clean. Все ноты чистые и хорошие. Now same percussion, but gentle. Та же перкуссия, но понежнее. Теперь добавляю перкуссии. Сейчас меньше. Yeah. So guitar is really, well, it's very quiet instrument. Huh? Гитара это тихий инструмент. But it's very rich in a variety of sounds. Huh? On a small scale, everything in piano. Очень богатый с точки зрения вот разнообразия звуков, но в небольшом диапазоне, все в пиано. Our loudest note is not as loud as one
little note on piano. По громкости right? даже самые тихие ноты на фортепиано. So we are quiet. We live, in a quiet, we live in a quiet world. Мы с вами живем в очень тихом таком мире. And it's beautiful, quiet world, very intimate. That's why guitar is so sensitive. Это очень красивый тихий мир. Вот почему гитара всегда несет такое вот такое ощущение интимности, такого личного общения один на один. So we control really fine dynamics and fine expressions. Мы можем очень тонко подстраивать динамику, экспрессию. Okay. Now another thing. Еще раз. Play this again. Еще раз это сыграем, это место. Okay. Now I noticed that almost every time you play with different fingers. Я заметил, что почти каждый right. раз, когда что-то играешь, играешь каждый раз. Sometimes more E, sometimes more A. Sometimes. Разными пальцами. Иногда больше M, иногда E присутствует. It's not a problem to play with different fingers. Ничего страшного нет в том, чтобы играть разными пальцами. But how do you decide what to play with? Но как принимается это решение, какой палец задействовать? How do you? How does she? Как ты решаешь? Why sometimes you play this? Почему иногда этот палец, а иногда другой? It's more comfortable. Or... Это просто удобнее, или как? Или почему-то другому? Natural. Естественно получается. Okay. Okay. Doesn't matter. Ну, ладно. But now try to play the top note always with the same finger. Попробуем верхнюю ноту играть всегда одним и тем же пальцем. Получится? What do you think? Ну и как ощущение? Strange? Непривычно, странно. How do you say странно? Странно. Странно. I'm learning Russian all the time. Well, yeah. Русский учу заодно, по ходу дела. Try only with M. Play without the chord. Теперь без аккорда. With M, with middle finger. Средним. So средним. Лучше стал звук. Play even more pretty. Play more pretty. Старайся еще, чтобы более красивый звук получился. Какой любимый? M? My too. I like M. У меня тоже. Средний. So maybe play Lam and then M, M, Lam. Может быть так сыграть? What do you think? Ну и как? Впечатление? Хорошо? Easier to control? Легче управляться. Контролировать звук. Okay. So, it's good. In school we teach children always to exchange да, the fingers. Конечно, всегда. It's important to exchange them, to develop. Учим чередовать пальцы. But once you're so play so well and so expressive. Они развивались. Но когда уже доходишь до какого-то уровня. I use same finger as much as I can. Для экспрессии и для легкости контроля звука можно один палец использовать целенаправленно. Я это очень часто делаю, и мне так проще контролировать звук. Because actually every finger has its own color in a way, eh? Потому что в каком-то смысле каждый палец создает собственную свою уникальную окраску звука. И то же самое на фортепиано. No, same in piano. Chopin was first one saying, "Oh, he wish he could play everything with the same finger."
Шопен был первый, кто сказал, жаль, что нельзя все одним пальцем играть. And it's so much more difficult to control dynamics if I play same note. Da 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 da. If I change fingers, then if I play only with one. И динамику сложнее контролировать, когда одну и ту же ноту извлекаешь, чередуя пальцы, по сравнению с тем, когда играешь одним и тем же пальцем. At the beginning. Сначала. В начале сыграем. Вот он, один палец. Right? Да? Yeah. It's normal. Это естественно, нормально. Okay, now with palate. Can you try to play apoyando with palates? Rest stroke. Попробуй с apoyando. То же самое. С attirando. Теперь tirando. Okay, play apoyando. It's better apoyando. Вот апоянда лучше получается. And see, yeah, very good. Maybe you could have a little bit longer thumb, the nail. Может быть, чуть побольше. So you can lower your wrist more and then go. Ноготь отрастить побольше, чтобы можно было опустить немного ниже кисть. Вот так. Не так играть, а вот так. Сюда пальцы, нормально. Nail. С ногтем. Very good. Очень хорошо. Also, it's important the way how we, you move on the on the neck with the left hand higher. You have to move your right hand more to the right. They should follow. Очень важно, чтобы движения правой и левой руки сочетались. Если вы идете, если идешь к более высоким нотам, соответственно, правая рука тоже идет вправо. Не надо ее оставлять все время в одном месте. Yeah, that's why it's important. I see guitar. You're gonna grow, so your position is good. Sometimes your guitar falls down a little bit, right? So. Ну, ты будешь расти, can you do тело this? Будет меняться, и иногда гитара у тебя падает. Допустим, сделай вот так сейчас, руки вверх. Are you afraid it's gonna fall down? Страшно, да, что гитара упадет? No, правда? So it has to be secure. Она должна надежно стоять, чтобы музыкант себя чувствовал свободно и мог двигаться. You're like, oh. Не прижимайся к себе. Yeah, relaxed. So you can move. Более расслабленно. See, so when I play here, когда я играю в этом месте, здесь, I'm not gonna do this. Я вот так не буду делать. I'm gonna do this. Я раздвигаю right? сюда. So here is this. Whatever, huh? Yeah. Not always, but in this case for не sure. Не всегда соблюдается, но в этом случае точно. Kind of always similar distance. Чтобы расстояние между руками было более-менее одинаково. Okay. Now, let's work on vibrato a little. Теперь немножко о вибрато. My ear decides how much. Сколько вибрато дать, решает мое ухо. I don't go immediately. Я так не делаю сразу. I listen сразу to the note. Чувствуется раз. Я слушаю ноту. And I add vibrato. Right? Я добавляю вибрато. So short notes don't have vibrato because I don't have time to hear. Коротких нот вибрато нет, потому что его просто некогда услышать.
не успеваешь. This one, pop, doesn't help. Сама чувствуешь, сколько вибрато добавить. Now let's talk about character. It's really beautiful that you play so well and you're so young, yeah? Because when you're so young, очень хорошо. You're more free in a way. Mm-hmm. Очень хорошо, когда уже в таком юном возрасте так хорошо играешь, потому you know, что у тебя больше свободы. When we are older, we have too many things in our mind, so we're not so free anymore. Когда человек становится старше, у него в голове много чего накапливается, и уже такой свободы не будет. It's a mess. It's a mess. When we get older, it's a mess. И чем старше становишься, тем больше всякой чепухи в голове. Okay, now, can you play, for example? I want to find the best place. Сейчас что-нибудь найдем. Такое показательное место. Now, let's go from here. Let's continue. Go from here. Вот play this. Play it once. Вот это один раз сыграй. Okay, very good. Can you now play this very happy? Сыграй очень с ощущением счастья, просто радости. Very happy. Большое-большое счастье. Okay. Can I play it very, very sad? А теперь очень печально. Can you now play it as if you are jumping to school? А теперь сыграй так, как будто ты скачешь, бежишь в школу, припрыжку. Very good, excellent. Замечательно. But now, can you play it like a cloudy day? А теперь представь себе, что пасмурный день, небо в тучах. I don't know. Я не знаю, как сыграть. Can you now play it green? А теперь зеленое сыграй. Children are more free. Видите, дети намного свободнее нас. Can you play it yellow? А желтый? So in every this is perfect example how you know imagination of children is so much more. Вот это прекрасный пример того, как еще детское воображение гораздо свободнее и намного способнее. In every moment in music, what you play, you have to imagine something. И теперь всегда, когда что-то играешь, в любой момент, когда играешь музыку, maybe it's something представляй себе что-нибудь. Concrete, like you know, like a sunny day. Это может быть что-то очень
понятное, конкретное, солнечный день, например. Something so inconcrete or abstract, like color. А может быть что-то более абстрактное, как цвет или настроение. Maybe it's you imagine that you're having fight with your brother, or you have a brother or sister? У вас, у тебя есть брат, сестра, брат или сестра? У меня есть старшая сестра. Elder sister. Elder sister. Do you fight? Деретесь или ссоритесь с ней? No? Нет? I don't believe you. Не верю. Не может быть такого. How much older? Насколько она старше? 15 years. She never boom boom boom. Нет, не шлепается. Нет. My brother, we're boys. My brother was always boom 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 to me. No, брат, мой брат всегда старше. Four years older. I have brother 4 years older. У меня старший брат, на 4 года старше, он меня всегда колотил. So you can imagine that. Ну можно себе представить, что вдруг сестрой поссорились, поругались, подрались. Почему бы нет? And then it's so much easier to be expressive. И тогда намного проще что-то выразить в музыке. Okay, very good. What else? Do you have any questions? У тебя вопросы есть какие-то? What is especially difficult? For example, the scales are difficult. Может быть, какие-то трудности здесь? Is there anything else very difficult? Гаммы или что-то другое здесь вызывает сложности? No? Нет? It's okay. Okay, ну let's talk about the scales. Can you play? Поговорим. Вот это место, пожалуйста. Okay. What do you think? Самое как? Is it perfect? Идеально? Why? Почему нет? Okay. Legato. What legato. Else? Legato. Что еще? Okay. Good. Что здесь? Play again. Еще раз. It's kind of lazy. It's not regular. Again. Немножко лениво получилось. Неровно. So. It's always it's difficult to fix the problem if we don't know what the problem is. Вот всегда трудно понять, в чем корень проблемы, если мы ее не видим. And sometimes it's very difficult to know what the problem is. Here there's multiple problems. В данном случае проблем много, сразу несколько. You will develop with time, but now with this, for example, your little finger is a problem. Будет со временем будешь работать, будет лучше все, но сейчас с мизинцем проблемы. Он слишком далеко отходит, и он слишком прямой, и ему трудно возвращаться на струну. Another problem is position shift. Еще одна проблема – это смещение позиции. When you change. Когда мы переходим на следующий. Another problem, big problem. Еще одна большая проблема. Is percussion in the right hand. Перкуссия. Clear each note to have it. Перкуссия в правой руке, чтобы каждая нота была чистой. When we play fast, it's actually better to have ugly sound or very hard percussive sound. Когда мы играем очень быстро. When we play fast, so it's clear, it's more penetrating. Лучше играть, ну что, условно говоря, некрасивые, резкие звуки, но они, как сказать, более проникают в слух и их легче сыграть. Один. So if I play very, very fast things, if I play, I don't know. Если скажем, что-то очень быстро играем. If I play this. But if I play like this, in fast things it's going to sound more virtuoso and it's going to travel faster. Во втором случае. One note is ugly. Во втором случае будет звучать более виртуозно и лучше получится. Одна нота. I will never play like that. Одна нота сама по себе будет звучать некрасиво. But all together. Когда все вместе, нормально. Right? Same in scales. I don't want to play. Pretty nice. Taka-taka-taka, machine gun. Если надо, чтобы как пулемётная очередь была. Little bit ugly. Ну, немножко некрасиво. Okay.
So let's make an exercise together. Давай prepare, поупражняемся вместе. And play. Подготовка и вот так вот извлекаешь звук. Порежь. Okay. Try to prepare the nail before you play this note. Pam, pam, pam. Поднеси ногти, подготовь его до того, как ты извлекаешь ноту. То есть он должен быть на струне за какое-то мгновение до извлечения звука. Так, так, окей. Сад с легатом, with legato. Ты и я, папа. С легато вместе. Первая нота. You play two legatos? Два легата там. А, окей. Тия, тата, тия. Окей. Play again. Еще раз. Окей. Okay. Bit more angle like this, parallel to the string. Not so round. Параллельно струнам. Да. Не так. Bit, not so, not too much. Не слишком, чуть-чуть изменим угол. Bit less. Чуть меньше. Faster. А побыстрее. Louder. Громче. Faster. Быстрее. Okay, very good. Хорошо. Now play three times in a row. Take it, take it, take it, take it, take it. Теперь три раза подряд. I'm showing audience little вот finger. Я показываю мизинец всем. Trouble with little finger. Play it again. С мизинцем проблема. Еще раз. See, it's traveling too much. Он слишком много двигается. Now it's bad. Yeah, now you're trying to control. Вот теперь уже контролируешь его, пытаешься контролировать. Yeah. Difficult. So you need exercises, different exercises to develop control of a little finger. Вот нужно отдельное упражнение для того, чтобы научиться контролировать мизинец. Some of them to try to maintain the curve. Некоторые из них помогают научиться сохранять вот этот изгиб. Curve. So not to go straight, чтобы он не выпрямлялся. Because what you're doing. Потому что у тебя получается? This is this. You make it straight. Он and прямой, then you make curve again. А потом опять сгибается. Arch, right? Curve. А арка у нас называется. Изгиб. So, stay. Чтобы он оставался с этим изгибом все время. Stay with the arch. Изгиб, not... изгиб сохраняем, а не вот так. Okay. So, for example. Okay. Different exercises, sure. Try first scale. Da 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 da. Try to maintain the arch. Ногами это попробовать, отрабатывать. Go until the sixth string. До шестой струны. Вот то же самое до шестой струны. Okay. 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 Good. Again, go back up. Опять. Теперь опять вверх идем. Go back down. Опять don't worry. Good. Ничего, ничего. Okay. Now try fast to make 3-4. As fast as possible. Теперь попробуй вот так и как можно быстрее. Как можешь быстро. No, only two notes. Только две ноты. Только две ноты. Redo. Curve. И сохранять изгиб пальца. Okay, let put the other ones on again. Другие пусть стоят на струнах. Еще. Good. Okay. Do it on the fifth string. Теперь на пятой струне то же самое. But play it now with the like this. Но теперь играем вот так здесь. But no. Две струны. Uh-huh. To maintain the curve. Не забываем, чтобы изгиб сохранялся на мизинце.
careful not to touch the fourth string. И внимательно, чтобы четвертую струну не трогать. Even more difficult is on the sixth. Даже это труднее, чем на шестой. Don't touch. На шестой труднее. Don't touch the fifth, yeah. Надо пятую уже не касаться. And like this, exercises like this, И вот такие вот упражнения очень полезные. And many in Carlevaro, or I think any technique book, you will find many exercises. But Carlevaro, the left hand, the fourth book, for example, there's lots of exercises. Много есть книг по технике Карлевара, четвертая книга упражнений для пальца. Вот, вот так вот не надо делать. Просто обратить на это внимание. Scale. Когда играешь гамма, все время старайся вот так держать палец. One question, can you do this? Вот так можешь согнуть? Получается так? No? 5 minutes, okay, okay. Can you? No? Нет, не получается так. No, okay. Try to develop. You're still young, you still grow. Еще... You will see, I will ask the audience. Half people еще... will do it, есть время, half will not do над it. Этим поработать. Who can do this? Вот сейчас опрос проведем. Кто так может? There one, you see, you can do it perfectly, yeah? More or less, Ну. You can do it there, you cannot do it. See? Some people cannot кто-то do может, it. All. Кто-то нет. Не It's different, we're all different, huh? Мы все разные с вами. I can do it easily, so it helps me very much, because this I use this a lot. Мне это очень помогает. Вот так я очень часто делаю. I play like this a lot. Благодаря huh? тому, что у меня people получается. Who cannot do that, но у кого так не получается. Они, у них, but you are young, you can develop it still, huh? Но вам еще мало лет, so тебе еще this? Мало лет, поэтому еще время есть. Do this? Вот так сделай. And now open. А теперь распрямляем все остальные пальцы, а мизинцы оставляем. Но над этим можно работать. So it helps. Okay. So, now, these couple of elements. Ну вот, пару вещей. Most important, percussion. Самое главное, перкуссия, обратите внимание. How do you play? Как? Как ты играешь? Legato also here. Что же легато есть? Yeah. Да. Okay, it's a good. Good. And you start always with the index, right? И всегда с. Play again. С play normal. How you play? Сыграй так, как обычно, короче. No. I think you should always start with index. Я думаю, что начинать надо всегда с E. Always. Because sometimes you did and now you just started with M. Иногда так и делаешь, а сейчас почему-то со среднего. Try. Попробуй. How does that feel? Как ощущение? Normal or same or нормальным better or worse or same также так же лучше хуже как okay. Нормальный okay play again еще раз okay try harder sound посильнее звуки little bit more parallel немножко более параллельно струну вот так 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 okay good this is already better. Ну что, can you also put thumb on the fourth string when you play? Теперь, когда играешь, чтобы палец, большой палец был на четвертой струне. Па-пи-а-па-па. Так. Okay. Or third. Или на третьей. Okay. Four. Или на четвертый. It's gonna make my hand more stable. Тогда рука устойчивее будет. Again? Еще раз? A bit hard. Посильнее. How does that feel? Ну как?
как, ощущение изменилось? Same? Нормальный? Или то же самое? All нормальный. Все нормально, да? В каждом случае. I think it's better, eh? Мне кажется, your hand is more safe, more safe. Потому что так рука не зависает, она более устойчива. Okay. Uh-huh. Еще раз. Да, лучше. I have also, but we all develop our own technique eventually. We all find our own. Каждый гитарист в конце концов вырабатывает свою технику. Our own way, you know. Каждый свой. Everybody. Каждый свой путь. Когда? Every musician finds his own way. Yeah? Каждый музыкант находит свое собственное решение. I play in style where my thumb is, whenever possible, as close to my upper fingers. So if I play scales. У меня такой стиль выработался, что у меня большой палец максимально близко всегда к остальным. Даже в гамму. My thumb is following. Always touching gently. Он всегда следует за остальными и немножко касается всегда. If I play something, I don't know, soft melody, I also keep my thumb. Такую красивую мелодию играю. Whenever I can. Когда только возможно, я оставляю палец на столе. I always try to be in touch. Я всегда стараюсь сохранить касание. Whenever I can. Если это только возможно. Automatically, I don't even think about it. Это автоматически происходит, я об этом даже не думаю. My thumb is going to the... Большой палец всегда идет за остальным. Знала, а он уже здесь. Always, yeah? Всегда. It came in the beginning from Carlevaro technique. Сначала это было почерпнуто из Карловара. Supporting. Из техники. The hand by, with the contact. Yeah? Чтобы вот этот контакт большого пальца помогал стабилизировать руку. Я могу и без этого сыграть. But I feel so much better if I. Но мне гораздо удобнее, комфортнее вот так. I have much more control. No? То есть я чувствую, что лучше контролирую. То же самое с гаммой. I feel so much better than. Это лучше, чем вот так. Okay. Something to think about. Что есть о чем подумать, да? И попробовать. Okay, I think we talked about many important things. Я думаю, что мы поговорили об очень многих важных вещах. Important for the when you listen to the note to hear the percussion. Когда слушаешь ноту, всегда нужно стараться услышать вот этот элемент перкуссии. And sometimes to make it more percussive, like in the scales, так-так-так. Иногда специально добавить его, как вот в вот этом быстром чередовании. Sometimes to make it much less. А иногда убрать, делать поменьше. We can control it also with many different in many different ways. Управлять этим можно по-разному, есть много способов. Павел, I don't know if you talked about it. Usually знаю, Павел говорил об этом. Just an hour ago, how he always talks about vowels A, A, E, O. Он обычно говорит всегда о гласных звуках. He has his way, yeah. We are really good friends, so we know, huh? Я знаю его. I usually talk about different weight. А я всегда говорю о разных весах, о разном весе, который или силе прижатия. How many kilograms I put in the note and from where? Сколько килограмм я So you can play full note with five. Количество килограмм. Какую ноту и с какой стороны я делаю это давление? Kilograms, I don't know. Ну условные килограммы. Or? Либо вот так. With. Вот здесь тяжести гораздо меньше. 15 grams. Может быть всего 15 грамм. Or now 5 grams. А теперь 5 вообще. Грамма. Huh? For example, and then also from where? If I play hard, зависит от того, seeing my finger crosses the string, откуда, whole finger. Откуда идет этот?
без. If I play soft, I bend this joint. Если я играю резкую ноту, я very different, не загибаю сустав. It's not a different более world. Мягкий знак, мягкий звук получается, когда я его сгибаю. Уже so характер звука меняется. I make my finger soft, мягкий. У меня палец становится мягким тогда. And if I want it hard, I make it hard. А если хочу, чтобы звук был более резким, палец тогда тверже. So many ways. Много способов этого добиться. But it's always control of the beginning percussion. Но в любом случае очень важно сам контролировать вот эту начальную перкуссию звука. The singing after is done with the left hand. Все, что поется после этого, это обеспечивается левой рукой. But we talk about it in the other lesson. Но об этом, наверное, в другой раз. Very good. Bravo. Very good. Bravo.